На территории воинской части 6703 собралось более 400 человек. Всероссийская акция «День призывника» проводится два раза в год и по традиции совпадает с осенним и весенним призывами. В Брянске, так же как и во многих российских городах, для будущих солдат проводят экскурсии в воинских частях, знакомят призывников с армейским бытом. Для вас, как призывников, вы смотрите, как живут ваши будущие коллеги. Вот они, ребята, стоят в экипировке, несут службу на КПП, в казарме. Для собравшихся выступил военный оркестр. Отряды специального назначения показали, как действовать в экстремальных ситуациях. После официальной части участники акции побывали в казармах, посмотрели образцы современной формы, в подробностях узнали о работе со взрывными устройствами. Слима остальные, класс защиты не менее третьего, которых используются саперами. А для вас, то есть обычных пехотинцев, будут использованы простые шлемкаски и остальные. Многим из этих ребят совсем скоро предстоит служба в рядах российской армии. Такие экскурсии – это возможность посмотреть на солдатскую жизнь изнутри и определиться с выбором рода войск. Ну, Марфлот собираюсь идти служить в Североморск. Ну, как дальше, на лодку. На моряком буду. С этого года желающих попасть в воздушно-десантные войска ждут нововведения. В рядах крылатой пехоты окажутся только те, кто прошел специальную подготовку. Более 300 человек нужно нам подготовить для службы в воздушно-десантных войсках. Они совершат несколько прыжков, пройдут тактическую огневую подготовку. После знакомства с воинским бытом будущие призывники отправились на стрельбы. Евгения Павлюкова, Владимир Сидоров, события Брянск.